отрицаем. Ну, что могу сказать об уровне? Ну, он довольно классный, с одной стороны. С другой стороны, он очень скучный. В где-то 60 примерно процентах случаев, ближе к концу, так вообще чуть ли не каждую попытку, доходишь до дропа, ну, это 45%, там начинается дроп. Ну, и, собственно, где-то там подыхаешь. Короче, левел довольно-таки скучный такой, вялый какой-то в этом плане. Раньше мне он не нравился сильно, когда я его в 2020-м проходил, это реально очень давно было, больше 2 лет назад. Я 600 попыток на него потратил, даже больше. Я тоже, кстати, с монетки проходил. Ну, бомбил, конечно, да. Что-то мне он прям не нравился, и... Но как было. Я понял, что он не такой уж и плохой, он просто пипец какой скучный. Вот. Он довольно простой и фановый, пока ты играешь в практике. И по факту, если с нуля, то он простой, но не такой уж, вот уж прям простой. И довольно скучный. 192 попытки, там 64 старых. Получается, что новых 128. Я не силен в устном счете, извините меня. Если не читать, все будет в описании, ребята. Все напишу в описании. Все. Изи демон. Что тут у нас? Так. Ну вот. Мой старый аккаунт со статистикой друга. Вот. 2 года назад. ГГ.